Молитвы всегда были улыбки, и чтобы ваши родители никогда не огорчались, и чтобы вот таких вот страниц как можно было меньше в нашей истории. Начальник отдела защиты населения при чрезвычайной ситуации Хусинов Ислам Магомедович и ведущий специалист по пожарной безопасности Мардалов Магомед Расул Ахметбекович. Ислам Магомедович, вам слово. Здравствуйте, дорогие друзья. Хотелось бы начать свое выступление тем, что в России уже на протяжении более 20 лет проходит очень много террористических актов. Одним из них, самым чинительным, считаю я, среди которых жертвами этого теракта, извините, я чуть-чуть волнуюсь, жертвами этого теракта стали более 300 человек. Из них 186... Все камеры уже заполнены. Возраста. Я бы хотел бы зачитать статистику, то, что жертвами террористами стали уже тысячи людей в разных регионах нашей огромной страны. С 2000 года в 84 террористических актах на территории России погибли 1556 человек, из которых более 200 это дети. Около 4000 человек получили ранения. Более 65 террористических актов, совершенных на территории России, они произошли на территории Дагестана. Наша задача – это родители, это учительского состава. Создавать условия для нормальной жизни в обществе, проявлять культурные и религиозные ценности разных, рассказывать явную историю нашей великой страны. Сострадать, сочувствовать, помогать жертвам террора, их родственникам, близким, наш моральный долг и перед нами, и перед самими собой. Мы сильны только, когда мы вместе. Сегодня мы, молодое поколение, отдаем дань памяти погибшим, скорбим вместе с их родственниками. Давайте зажжем свечи в память обо всех жертвах террористов. Thank you.
потерял в городе Беслан. Конечно же, мне хотелось посетить ту самую школу, которая имеет печальную славу. При входе я увидел много цветов, венков и детских игрушек, свечей и бутылок с водой. Это меня поразило. Когда здание разрушено, следы от пуль. В тот самый спортзал я не решился пойти, потому что там мне было жутко и страшно. Там действительно очень страшно. А теперь мы попросим всех вас спуститься вниз, чтобы выпустить в небо белые шары, как символ души, питающих вас. Спасибо всем, кто солидарен с нами в этой нелегкой борьбе. Ребятки, кто-то не шумеет. Вы сейчас ответите.